стали бросать? Как произошло? Стояли на светофоре, он летел. Все. То есть кто стоял на светофоре? Вот эта красная машина всех била. Стояли все в один ряд. И пострадало 4 машины. Ну, один уехал, потому что он у него незначительный. А, еще и пятый был, да? Пятый, да. Спасибо. Еще машина. Ну, сильнее это досталось, дальше это и... То есть он врезался в зад вот этому? Да, ну, судя по удару. По удару, да. И это слабее. Кто с этой машины? С этой машины. Кто с... На не пострадало? А он один был? Нет, друг. Да, это один с носом. Нет, в машине он был один, ехал. Двое. Друг был, да? Двое и скоро. А немножко капот туда-сюда шатай, может, открой. Здрасте, как самочувствие-то? Не помню. Как, что произошло? Как произошло? Не помню. Откуда вы ехали? Откуда? Не помню. Из центра ехали? Так эта дорога-то в центр идет, а не из центра. А за что вас приковали-то? Ну, потому что тяжко, наверное, преступление. А вы трезвый? Точно не пили? Да все живы, все нормально. Все. Так что только железки пострадали. Так что вы еще дешево отделались. Не-не, все чуть-чуть только. Все живы. В следующий раз уж это аккуратнее. Это сцепило просто. О, а запашок от вас, конечно. Какой запашок? Перегарный. Не знаю. Ну. О чем вы говорите?